Дагомыс принял на своем поле команду «Монолит», игроки которой в прошлом году побывали на первом международном детском форуме «Футбол для дружбы» в Лондоне. Проект «Футбол для дружбы» помогает юным спортсменам знакомиться с ребятами из других стран, дает возможность играть не только в России. На поле же развернулась совсем не детская игра. Ребята показали слаженную техническую работу, которая закончилась со счетом 2-0 в пользу команды «Монолит». После матча ребята поблагодарили друг друга за хорошую игру и присоединились к международному движению «Футбол для дружбы», повязав друг другу символ проекта – браслеты дружбы. Главным событием проекта станет второй международный детский форум, который пройдет с 23 по 25 мая в Лиссабоне. Нашу страну будет представлять сборная городов России, в состав которой войдут воспитанники спортивных школ из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018. От Сочи в сборную вошел воспитанник клуба «Монолит» Валико Кабахидзе.